Коллеги, меня слышно? День добрый. Поставьте плюсик в комментариях, если меня слышно. Отлично. Так, сейчас я немножечко камеру поправлю. Я расширю сейчас презентацию. Так, презентация должна быть видна уже. Ну, давайте начинать. Сегодня речь, значит, еще раз про... звук не был до этого включен. Сегодня речь про новинки от производителя Vitec. Многие уже работают с нами по данному производителю, знают линейку, да, знают, чем, собственно, она интересна. И производитель, хотел сказать, что производитель развивается, да, расширяется линейки. И вот сегодня два новых направления, две новых линейки от данного производителя. Это коммутаторы промышленного исполнения и Wi-Fi мосты. Вот. И, собственно, давайте тогда начнем. Буквально пару слов о компании, кто, может быть, не знал до этого. Компания существует с 2009 года. Это китайский производитель, достаточно бюджетный, но в то же время производящий качественную продукцию. Базируется в Шэньчжэне. И основные линейки продукции данного производителя – это бюджетные POE-коммутаторы различные, да, это FAST, гигабитный Ethernet и L2 коммутаторы, активная, пассивная POE, ну, большие линейки, можете посмотреть у нас на сайте, запросить прайсы и так далее. Wi-Fi мосты и точки доступа, значит, то, что предлагает производитель на рынке. Мы, соответственно, с того года начали предлагать в России и в союзных странах, то есть в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, там, где присутствует IP-матика, решение данного производителя, а именно это POE-коммутаторы различные. И вот сейчас, вот, собственно, как я уже сказал, будут еще добавлены новые линейки, да, индустриальные коммутаторы и Wi-Fi точки. Мы являемся эксклюзивными представителями данного производителя, защищаем проекты и активно работаем с партнерами, продвигаем продукцию. Об этом будет в конце презентации информация, пока, собственно, непосредственно о продукте. Так, поехали, собственно, по индустриальным коммутаторам. Значит, это устройство, собственно, выполненное в форм-факторе индустриальном, промышленном, то есть это коммутаторы с некой защитой от внешних факторов, в частности от температуры, от перепада температур, то есть коммутаторы работают от минус 40 до плюс 80 градусов, у них достаточно жесткий корпус, 30 металлический, у них питание по стоянке DC, то, что вот, собственно, распространено в промышленности, да, где
на объектах промышленных. Соответственно, по другим моментам, это крепление на динрейку и различная устойчивость к электростатическим вещам, то есть там, к разрядам, к помехам по различным стандартам. То есть IEC 61000, 4 и вот различные варианты 2, 3, 4, 5, 6. Все это поддерживается. Значит, надо отметить, что производитель запустил расширенную гарантию на данные коммутаторы. Она составляет 5 лет, в отличие от другой продукции, на которой предоставляется 3 года гарантии. Применение данных коммутаторов достаточно понятно. Да? То есть это различные сценарии в проектах по видеонаблюдению за заводами, какими-то промышленными помещениями, подстанциями, складскими помещениями, то есть там, где там, нестабильная, либо достаточно низкая температура может быть, либо высокая температура, где защита корпуса необходима дополнительная, да, то есть можно использовать, нужно использовать коммутаторы такие более... А что, не видно презентацию? Так. Коллеги, так, мне тут подсказывают, что презентации не было видно, тогда вопрос вот сейчас вот. Презентация видна, да? Звук был виден. Давайте тогда, звук был слышен, давайте тогда, ну вот слайд про компанию можно там опустить, да, коммутатор, слайд был один, по факту, да, вот. Применение коммутаторов, значит, вот здесь мы остановились, да. Отлично, видно. Значит, применение начал рассказывать, да, то есть это различные варианты монтажа на улице, либо в помещениях с низкой температурой, там, где необходимо использовать такого вида коммутаторы. Значит, из дополнительного функционала нужно отметить такую функцию, как Fast Ring, то есть это быстрое восстановление кольца. Когда коммутаторы обведены в кольцо и один коммутатор выходит из строя, то система сама понимает, как восстановить кольцо, и достаточно быстро его восстанавливает за менее чем 20 миллисекунд. Достаточно хотя бы одного управляемого коммутатора Vitec в этой цепочке. Значит, в линейке коммутаторов присутствует коммутатор с L2 функционалом, достаточно полный L2 функционал, Cisco-like интерфейс под задачи того же там, видеонаблюдения, возможно, там, Wi-Fi какого-то, да, и других корпоративных задач этого функционала более чем достаточно. Различные способы управления защищенные поддерживаются коммутаторами. И несколько слайдов там, наглядных, да, по применению этого, по наблюдению за дорогами, да, за транспортной обстановкой. Такие коммутаторы можно устанавливать в неотапливаемые ящики, соответственно, уличные, и там размещать дополнительное оборудование у них вместе с этим коммутатором. Поскольку коммутаторы имеют оптические порты, то линки между этими ящиками могут быть достаточно протяженные. Защиты по производителю, так называемой залочке, SFP портов производителя, она здесь отсутствует, то есть можно использовать любые SFP модули сторонних производителей. Значит, наблюдение за промышленными объектами вот на слайде также показано, то есть вариант применения. Все, собственно, как бы понятно, да, кто работал с этим, тут ничего нового мы не изобретаем. Наблюдение за складскими помещениями. Тоже достаточно стандартная вещь. Ну и модельный ряд на данный момент выглядит из трех моделей. Уже есть в планах расширение. Я думаю, оно появится либо в конце первого квартала, либо
начале второго квартала данной линейки. Ну, а сейчас она выглядит вот таким образом. То есть слева направо, если идти, то слева, значит, самая младшая модель, неуправляемый коммутатор VIPS-306GF. Ну, по обозначениям надо отметить, в принципе, как и в другой линейке производителя, чтобы понятно было, что такое буква означает. PS – это, собственно, POE switch. Вот. Соответственно, дальше идет линейка производителя. В данном случае это 300-я. G – это гигабит. Соответственно, гигабит на LAN-портах. F – это наличие оптических портов. Fiber, то есть. И I в конце – это индустриальные свечи, то есть отношение к индустриальным свечам. Значит, модель 306 – это модель на 4 гигабитных LAN-порта, поддерживающая технологию POE по стандарту 802.3 ATF, то есть до 30 Вт на порт в максимуме. Общим бюджетом потребляемым это 150 Вт, в зависимости, до 150 Вт, в зависимости от подключаемого источника питания. И питание внешнее, соответственно, от постоянки DC 48 Вольт, от 48 до 55 Вольт. И MAC-таблица 4К. Значит, следующая модель VIPS-310GFI. Модель также неуправляемая на 8 гигабитных портов, поддерживающих технологию POE. И в данной модели еще два комбо-порта, то есть эти порты можно использовать либо под оптику, либо под медь. Соответственно, локальные порты поддерживают также 802.3 ATF. Суммарная мощность до 250 Вт на все устройство, в зависимости от, опять же, источника подключаемого. То есть это означает, что на порт можно выдавать до 30 Вт. И причем, собственно, на все порты. Значит, такую мощность можно подать. Питание также DC 4085 Вольт и MAC-таблица 8К, здесь более увеличенная. И последняя модель, это управляемый коммутатор уже L2, VI PMS 312GFI, M, соответственно, после буквы P, это, собственно, менеджмент, да, показывает на то, что это управляемый коммутатор. Это 8 локальных портов, поддерживающих технологию POE, опять же, 802.3 ATF, до 30 Вт на порт, также там 250 в максимуме, и 4, значит, оптических облинка под SFP-модули. Значит, 8К дата таблица. Так, стоп, это не все. Секундочку. Дальше идем по точкам доступа и так называемым Wi-Fi мостам. Это новая линейка у производителя. Значит, есть модели на 2,4 ГГц, на 5 ГГц. Все модели реализованы на чипсете от Qualcomm. Atheros – это достаточно серьезный чипсет, да, используется в хороших качественных устройствах, в частности, в аутдорных точках доступа именитых производителей. И вот WhiteTech тоже использует данный чипсет. Есть преднастроенные модели, об этом расскажу. Дальше. Все модели с защитой IP65, то есть с установкой, с возможностью установки на улицу, то есть дождь, снег, пожалуйста, можно использовать. Гроззащита 10 кВ, чуть выше, чем у конкурентов. Рабочий температурный режим от минус 40 до 70, тоже от некоторых конкурентов отличаемся в лучшую сторону. Питание у точек доступа пассивная, POE 24 вольта. И ценовая категория, собственно, как у всех других линеек, всех других моделей вот данного производителя, это low cost, да, то есть цена достаточно низкая.
Значит, применение данных точек доступа – это уличные, собственно, линки, да, между объектами, то есть там, где нужно максимально быстро развернуть связь между точками, да, между объектами, где, между которыми сложно реализовать либо стационарную какую-то связь, там оптическую, медную, неважно, да, либо невозможно ее реализовать. Это либо объединение офисов, либо подключение там, провайдером удаленного клиента, быстрое причем подключение, ну, так, такого плана сценария, либо подключение видеокамеры, да, удаленного. Значит, точки поддерживают как режим точка-точка, так и точка многоточка. То есть можно включить режим базовой станции в одной из точек, и она будет выполнять функцию базовой станции, то есть подключать к себе нескольких абонентов, да, вот как указано на слайде. И наиболее распространенный вариант применения – это охрана периметра. Вот, у нас также в бизнес-центре используется похожая схема, то есть базовые станции стоят на офисных зданиях, а вокруг на каликах, на проходных по территории, чтобы не прокидывать до туда, собственно, сетевой кабель, бросается Wi-Fi линк, вот, с помощью точек доступа и подключается видеокамера. Так, модельный ряд на текущий момент выглядит следующим образом. То есть это 4 модели. 2 из них это модели на 2,4 ГГц и модели на 5 ГГц. Значит, если слева направо идти, то самая младшая модель VI CPE-111 Kit. Это модели преднастроенные. Вот, чуть на следующем слайде расскажу, что это из себя представляет. Это, значит, низкая мощность, достаточно 100 мВт, в другой системе измерения 20 dBm, либо 12, и антенна 12 dBi. А антенна секторная, то есть 60 градусов она по горизонтали дает и 15 градусов по вертикали. И рекомендуемое расстояние от производителя на использование данных мостов 2 километра. Но тут надо сказать, что, собственно, этот параметр расстояния, да, у всех производителей это некий такой маркетинг, да, и по факту нужно плясать от задачи, да, какую скорость вы хотите получить на выходе, какие будут абоненты, да, подключены. И достаточно сильно это все зависит от условий, да, условий эксплуатации. Если прямая видимость на данном линке, если деревья или какие-то помехи, там это здание, или полностью оно перегораживает, соответственно, сектор, да, куда светит антенна, или частично. Вот. Но в идеальных условиях производитель вывел некую такую цифру эмпирическую, да, и рекомендует, что на 2 километрах можно подключить какое-то количество там HD-камер, да, и они будут достаточно стабильно работать, собственно. Я рекомендую, на самом деле, на это расстояние не обращать внимания, да, а в большей степени там плясать от задачи. Можете обращаться к нам с запросом, да, на расчет, собственно, и подбор оборудования под задачи, да, при этом необходимо будет понимать, какие у вас абоненты, какой трафик, собственно, нужно будет прогонять по данному каналу. От нас будут рекомендации по модели. И максимальная скорость 300 мегабит в секунду. Да, вот, у данной модели, в принципе, у всех остальных моделей указано. Следующая модель CPE-211. Это не преднастроенная, обычная точка доступа. Соответственно, уже с большей мощностью до 300 мВт, либо 25 dBm, с такой же антенной 12 dBi, также направлено, то есть 60 на 15 градусов. Расстояние здесь рекомендуемое уже 5 километров. Ну, тут надо отметить, стоит звездочка, да, у нас вебинар открытый, да,
надо понимать, что в России на ввоз, на эксплуатацию устройств есть некие ограничения до 100 мВт, законом рекомендуется и ограничивается, да, поэтому мы данное оборудование возим с неким ограничением в ПО изначально, но оборудование поддерживает больше, большую мощность. Да. За дополнительными комментариями с вопросами можете обращаться к нам в отдел техподдержки либо в отдел продаж. Значит, следующие модели 5 ГГц, это CPE-511 кит преднастроенная. Значит, здесь уже до 500 мВт передатчик. И в другой, значит, системе 27 dBm, это означает 12 dBi антенна, такая же, как в первых двух моделях слева. Также направленное расстояние, также 5 км, как у 211 модели. И последняя модель, наиболее мощная, тоже 500 мВт, но с антенной 16 dBi. Вот. Рекомендуемое расстояние 10 км. Значит, теперь что такое преднастройка от компании Vitec? Модели с пометкой KIT поставляются в двух вариантах. Это, значит, модель KIT может быть поставлена как KIT A и как KIT B. KIT A – это точка, преднастроенная в режим Access Point. То есть она может выступать как базовая станция. Точка, значит, преднастроенная как KIT B, работает в режиме клиента. Соответственно, она может выступать клиентом. Соответственно, если вы покупаете два устройства, А и Б, то нет необходимости дополнительно настраивать устройство, то есть просто включает в розетку, там, либо через ПО-инжекторы, через ПО-коммутаторы, и визуально направив их друг на друга, можно, собственно, установить линк, и линк будет работать. Причем этот линк будет защищен. То есть на заводе зашит серьезный длинный ключ, и по VPA2 будет, соответственно, поднят защищенный канал. Вот. Это упрощает, собственно, установку. Нет необходимости использовать более квалифицированных сотрудников для инсталляции, и скорость инсталляции она максимальная. При этом сохраняется возможность индивидуально настраивать точки доступа, то есть там, где это необходимо, там поменять каналы, там пароли, еще что-то, да, режимы, то, соответственно, можно зайти на веб-интерфейс точек и настроить уже вручную. На самом деле, тут надо отметить следующий момент, что режим, ну, преднастроенные точки могут использоваться в большей степени, наверное, не в городах, да, а где-то за городом, да, где более свободный, скажем так, радиоэфир, да, то есть обстановка частотная более разгруженная. И там достаточно высокая вероятность, что канал достаточно хороший поднимется, да, на уже преднастроенных точках, не нужно будет ничего что дополнительное делать. Соответственно, в городах, особенно в миллионниках, с эфиром достаточно плохо все. Там наверняка потребуется дополнительные настройки лезть, там уменьшать ширину канала, менять каналы и так далее. Вот. Но тем не менее, то есть применение в поселках, в пригороде, но в данном случае оправдано. Ну, как я уже сказал, да, что в режиме А точка доступа может работать как базовая станция, соответственно, к ней можно подключить несколько клиентов. То есть вы можете купить несколько точек, преднастроенных с пометкой Б, да, и их подключать к базовой станции без дополнительной настройки. Ну и, собственно, как обещал, значит, в конце презентации речь о том, что мы предлагаем партнерам, как мы
работаем по данному производителю, как мы продвигаем его и так далее. Значит, касаемо России, у нас есть склады в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге на данный момент, и в соседних странах это оборудование можно заказывать в Беларуси, Казахстане, Киргизстане, Узбекистане. Значит, мы готовы, конечно же, давать оборудование на тестирование под задачи, под ваши, да, проверять предварительно, да, и, собственно, после этого осуществлять продажу. Если, соответственно, партнер заинтересован в том, чтобы у себя держать некий пул, демо-пул оборудования для демонстрации уже своим дальнейшим партнерам, там, конечным заказчикам, мы также готовы обсуждать дополнительные некие скидки, да, на эти демо-комплекты. Вот, обращайтесь ко мне непосредственно, да, будем обсуждать, читать. Значит, мы организовываем на своей базе техническую поддержку различного уровня, помощь различную, да, как по телефону, так и по почте. Помогаем в составлении ТЗ под конкурсы, под проекты. Помогаем с подбором оборудования, подбором аналогов, то есть под ваши задачи. Любые обращайтесь, не стесняйтесь, да, у нас вот эта мощность есть, готовы работать, помогать. И производитель готов работать под проекты, да, то есть делать некую кастомизацию, как софтовую, так и железную, поэтому тоже возможно обсуждение, собственно, под ваши задачи некой кастомизации, да, некого индивидуального подхода, вот, поскольку на данном этапе производитель не сильно раскручен, если честно говорить, да, то достаточно лояльные условия по кастомизации, да, то есть там не сильно завышены начальные пороги входа по кастомизации. Значит, по партнерам, уже действующим, с которыми мы работаем, мы всячески генерируем лиды, как в офлайне, так и в онлайне, и передаем, готовы передавать эти лиды нашим партнерам на обработку, на поставку непосредственно. То есть компания Epimatica не работает с конечниками, да, с конечными заказчиками. Мы работаем только с партнерской сетью. Собственно, поэтому нас партнеры, наверное, и любят. Вот, вступайте в наши ряды, будем помогать в том числе и лидами. Мы предоставляем скидки за раскрытие кейсов, то есть если вы реализовали проект на оборудование WhiteTech, в частности, да, вот о которой сегодня речь, и готовы это осветить в СМИ там, в различном варианте, будь то текст или там, фото, или видео, некая презентация реализованного проекта, да, с использованием нашего оборудования, мы готовы поощрять данные вещи, то есть скидками, либо еще какими-то другими вариантами. Открыто к обсуждению, обращайтесь. И у нас запланированы различные акции и промо-программы на этот год, поэтому следите за новостями, будет интересно. Значит, на этом слайде указаны наши активности в офлайне, которые проходили в 2018 году. Тут, наверное, даже не все, а совсем небольшая часть этих активностей. Вот. Но надо отметить, что на этот год у нас запланирован огромный список различных мероприятий. И, собственно, опять же, следите за новостями. Мы готовы участвовать совместно в каких-то мероприятиях с партнерами, открыты для диалога. Мы также продвигаемся в онлайне, то есть в различных соцсетях, в контент в разных сетях. Делаем, ну, собственно, как вы видите, вебинары, пишем статьи. То есть мы понимаем, что на данном этапе надо каким-то образом развивать вендора данного, да, то есть развивать его узнаваемость. И мы работаем над этим достаточно активно. В целом у меня все. Давайте тогда пробежимся по вопросам, которые я вижу в чате возникали. И, собственно, кто не задал, может сейчас успеть задать.
Да, были ли испытания по дальности с видео по Wi-Fi? Ну, смотрите, поскольку линейка для России относительно новая, то есть мы ее, Wi-Fi мосты мы везли буквально там в декабре, да, то мы, естественно, тестировали там, под некие задачи, там, в частности, мы там, допустим, кидали мост до своего склада, причем без прямой видимости, а с отраженкой от соседних зданий. Вот. И на протяжении нескольких месяцев записывали видео с камерой, и все как бы работало. Вот. Но по факту сейчас, да, мы открыты к партнерам и раздаем оборудование на тестирование. Пожалуйста, как бы обращайтесь, готовы как раз под эти задачи давать. Вот. Производитель же, да, естественно, тестировал это оборудование на дальности, и есть рекомендации по непосредственно производителя по количеству подключаемых камер, сколько камер можно вешать на определенный мост и получать некую как бы гарантию качественной передачи данных от этих камер. Вот. Поэтому можно к нам обратиться, там мы дадим эту информацию. Но, как я уже говорил, просто мы считаем, что расстояние и дальность – это такая достаточно маркетинговая, скажем, вещь, да, и там, все производители пытаются писать там какие-то странные значения, но по факту там, бывает по-другому. Вот, поэтому мы всегда за практику, за какие-то конкретные кейсы, да, вот, и подбор оборудования за вот, кейсы. Значит, SFP-трансиверы для свечей продаете? Нет, мы не продаем SFP-трансиверы, и производитель не предлагает SFP под своей маркой на данный момент. Возможно, появится в будущем. Но, как я уже сказал, собственно, коммутаторы, вот, производители индустриальные, в принципе, любые коммутаторы данного производителя, они не залочены по SFP. По SFP, то есть можно использовать любые SFP любых производителей. Не так дела обстоят, как с Cisco или другими производителями. Так, в чем разница между 2.4 и 5 ГГц? Ну, собственно... А, вот я смотрю, что мне, да, наш инженер тоже начинает помогать. Ответы уже есть на некоторые вопросы. Ну, вопрос странный в том плане, что кто занимался Wi-Fi, конечно, понимает там существенную разницу. По факту, если коротко, вот касаемо Wi-Fi мостов, надо понимать, что просто там сейчас уже 2,4 ГГц, если это брать там городскую среду, то она достаточно, эта частота, она достаточно загружена, то есть очень много устройств на улице работает на данной частоте, и диапазон загружен, да. 5 ГГц посвободнее, относительно посвободнее, соответственно, если разница между непосредственно частотами, да, то 2.4, ну, можно считать, лучше проходят какие-то преграды, да, 5 ГГц хуже проходят преграды. Но по факту там, на таких расстояниях там, значит, по этим преградам, наверное, разницы вы особо не увидите между этими частотами. То есть основное, наверное, отличие это в том, что по лицензированию данных каналов. То есть если 2.4 как-то попроще получить, да, разрешение на канал, который выходит за мощность 100 милливатт, да, то на 5 ГГц будет сложнее получить такое разрешение. Так. Какие полосы частот при настройках? А, ну вот инженер ответил на этот вопрос. Так, ну вопрос вот насчет, последний вопрос, который я вижу, то есть сейчас это вопрос от монтажника, пробьют ли мосты через лесополосу и там, где нет четкой прямой видимости. Ну, однозначно ответить нельзя, там пробьют или не пробьют, да, зависит там от лесополосы.
по факту, да, насколько она густая. Вот. Но, как я уже сказал, любое оборудование, Wi-Fi оборудование, оно зависит, да, от преград и достаточно кардинально как бы зависит, да, линк от этих преград. На практике, естественно, можно установить там, каким-то образом сигнал. То есть если у вас там одна часть стоит там перед лесополосой, часть стоит где-то неглубоко в лесополосе, да, то там, отражёнка между деревьями она тоже как бы присутствует, да, и там, на небольшие расстояния можно сигнал поднять. Но по факту нужно проверять, да, поднимется, не поднимется. Тут никто из производителей вам не даст гарантии такой. Само по себе оборудование, да, подразумевает, что оно может, скажем так, огибать некие препятствия. Есть эффект отражёнки, да, и, ну, еще раз, то есть прямо сказать однозначно нельзя, что заведется или не заведется линк. Нужно проверять. По мостам, наверное, надо тут, наверное, отметить, что данные модели, это, если вы использовали похожее оборудование от, к примеру, Ubiquiti, Lock M2, M5 и Nanostation M5, то есть это вот примерно в этом же сегменте данное оборудование, соответственно, ожидать от них можно примерно таких же параметров, да, и примерно таких же линков, да, и единственное наше отличие, что мы отличаемся, конечно же, ценой и еще пожинаемостью для партнеров, в отличие от конкурентов. Так, а мне говорят, что не видно ответ от инженера, да, странно. Так, ну давайте тогда я зачитаю. Так, ну вот наш инженер как раз тут подсказывает, что у нас проводились испытания на расстоянии 1 километр на отраженном сигнале. То есть это вот здание стоящее. То есть прямой видимости не было от слова совсем. При этом был стабильный битрейт и не было искажения видео от камеры. Значит, по поводу преднастройки был вопрос. Тогда зачитаю ответ от инженера. Сейчас, где он тут был. Какие полосы частот преднастройки? На 5 ГГц преднастройки частота 5200 МГц, то есть 5,2 МГц. Так, коллеги, давайте, если еще есть вопросы, пишите. Если сейчас вопросов нет или они возникнут потом, мы всегда открыты для диалога. Можно писать на мою почту, указанную на слайде, либо на sales@apimatica. Звоните к нам. Вот, мы рады будем помочь. Данная презентация будет выложена на наш канал в YouTube, то есть можно будет повторно посмотреть, если что-то забылось. И еще раз говорю, следите за новостями, становитесь нашими партнерами, становитесь партнерами Vitec. Будем рады с вами сотрудничать. На этом, наверное, буду откланяться. Спасибо всем. Всего хорошего. До свидания. Хорошего дня.